April 8th, 2014, Jim Matthews и Conor O'Brien. Приветствую всех на нашем канале. Каждую пятницу 2:00. Мы смотрим основные фишечные рынки, готовимся к следующей торговой неделе и выбираем все уровни для торговли на следующей неделе. Значит, сейчас вы видите ролик, непосредственно, чтобы пропитаться духом спекулянтов. Как раз съемки, когда на чеках Board of Trade произошел сбой электронных систем, и, соответственно, в центре зала, если вы видите, на возвышении принимают заявки один человек, а остальные все как бы участвуют в торгах. Продают, покупают, и, соответственно, очень такое уже каждый момент. Сейчас уже это все переносилось в электронные торги. Еще также в следующем выпуске будет ролик про сетр биржи. Итак, чтобы они нам не мешали, мы немножко сейчас устремим. И непосредственно начнем с экономического календаря. Итак, ну, во-первых, повысили процентную ставку сегодня Центробанк Российской Федерации на 25 сотых, если я не ошибаюсь. Остальные все банки оставили пока без изменений. И ФОМКа была на этой неделе, и Центробанк Англии тоже оставил без изменений. Соответственно, следуем тому же плану, та же стратегия пока сохраняется. Единственное, там немножко вбросили в новостной поток информацию о каких-то сокращениях со стороны Федрезерва в плане там этого смягчения. Но я думаю, что это такой как бы чисто косвенный момент, то есть не прямая угроза для текущей тенденции на рост. Хотя коррекция произошла. Итак, на следующей неделе, в понедельник 22 марта, базовая кредитная ставка НБК. Грубо говоря, процентная ставка Китая на 3,85 редко меняется. Вот, но если меняется, то меняется. Так, одна из крупных и влиятельных стран и в экономике, да и в целом на планете, поэтому изменение в Китае процентной ставки может сильно взбудоражить рынки. Так, также вторник, 23 марта, тоже важное событие, в Израиле день голосования. Соответственно, эти ребята всех волнуют, поэтому, в общем, у них выходной, но рынки, в принципе, не закрыты будут по остальным зонам. Значит, Британия в этот же день отчитается по среднему уровню заработной платы. Этот показатель уже никто особо не мониторит. И изменение числа заявок на пособие по безработице. Я уже неоднократно говорил, что чем дальше, тем больше будет востребованы рабочие места. Их замещают автоматизированные, как технические, разные роботы. Также очень много программ, которые автоматизируют. Ну, все процессы уже автоматизированы, то есть большое количество сотрудников или большой штат, допустим, тех же, допустим, бухотдел уже заменяет буквально несколько приложений и сервисов онлайн. Соответственно, этот показатель будет только расти. Так, дальше у нас идет среда. Индекс деловой активности, значит, Британии, Германии и все. Да, это все будет в 11 и в 12:30. Это про среду. Также США, выступление главы ФРС господина Пауэлла в 17:00. И запасы сырой нефти через полчаса, соответственно. Ну, чем он нас удивит, посмотрим. Значит, в четверг, 25 марта, Центробанк Швейцарии. Напомню, у них минус 0,75% процентная ставка. Также в 12:30 в четверг выступит Бейли, глава Банка Англии. За ним даже в одно время выступать будет председатель Евроцентробанка Лагард, тоже с речью выступит. Какие-то не все, очень им хочется что-то сказать. И ВВП за четвертый квартал по США. Вот этот момент нужно отметить. 15:30 США, четвертый квартал ВВП. И число первичных заявок на получение пособий по безработице. Так, пятница будет более-менее лайтовая. Там будет Фед-бюджет США. Предварительно еще неизвестно, когда будет оглашен результат. И индекс делового климата IFO по Германии в 12:00. Итак, продолжим. Нефть.
Вот. Итак, на спеке контрактов за последние вот с декабря, по сути, были уже почти на 68-й, и буквально вот первые два дня майского контракта вернулись на 60. Здесь уже, в принципе, было неоднократно поддержка. Вот этот уровень очень 60 удерживали два раза. Причем последний так на хорошем объеме, причем. И ликвидность, которая была последние два дня, она вот топчик. То есть это почти 600, но наоборот, это на новом контракте. И 514 непосредственно сегодня. Итак, на эти два дня в целом нужно будет ориентироваться на следующей неделе по сетке уровней. Здесь также, вы видите, идет первое отклонение от относительно VWAP. То есть здесь как бы зона перепроданности. Как раз они к ней пришли, здесь и поддержка, и, ну, будем сейчас смотреть уже поближе. Давайте посмотрим по открытому интересу. Хотел показать. Вот первые два дня открытие позиции. Давайте мы чистый посмотрим. Значит, это майский без клейки. Открытый интерес, росли позиции, и буквально на том же уровне остался пятница относительно четверга. По ликвидности, на всякий случай, чтобы вы убедились, что здесь топовые обороты за последние три месяца. Дельта 6600 вчера и сегодня 3200 на шорт. Ну, как бы хорошая дельта, приличная. Так, вот так вы видите сетку уровней с фильтрами по агрессорам на продажу. Здесь, наверное, будет целесообразнее вот так вот даже включить чисто по дельте. Итак, смотрим. По продавцам здесь и до 1000 контрактов доходило. Сейчас ценник мы видим 61.51. Очень интересный момент. То есть после такого сильного падения в одна сессия обычно находится в таком флетовом формате, то есть особенно перед выходными, пятница как раз немножко осталась в коридоре предыдущего торгового дня, ну, четверга. Соответственно, у нас получается есть даже байеры на максимуме пятницы, и тут уже были покупки на 62-й. Если же эта отсечка, как бы, ну, на новом контракте все-таки, то есть вот этот весь рост, который был, я замерял, давайте еще раз покажу. В целом, вот этот рост, который был до 68-й, порядком 800 тиков, и вот это падение 722. То есть, в принципе, если все-таки удержит 60-ю на следующей неделе, то есть котировку будут, ну, поддерживать, как бы. По шортам вот этим маловероятно, конечно, но в целом, на всякий случай, возьмите во внимание. Итак, у нас по сопротивлению. Первый вот коридор сопротивления 61.8, 61.6. Потом идет у нас 63 и уже у 64. Это по сетке, ну, четверга. Вот эта локация на поддержку, которая у нас имеется, это по сути вот 61.15, 61.20. Это у нас саппорт. Дальше у нас идет вот 60 отметка. Здесь опять поддержку бросили. 600 контрактов и 600 контрактов здесь 61.1. Ну, ценник, по крайней мере, хотя бы на топе пятницы. Вот, возможно, вот этот коридор, который байеры поставили, 61.60, 62.1, закрепятся, может очень динамично уйти обратно на 65-ю, на 64-ю, если это произойдет. Если же вот на 63-й начинают тормозить, набрасывать шортов, соответственно, идем дальше на снижение. В целом рост зимний период заканчивается уже официально, даже по календарю весна, поэтому немножко откорректироваться вполне для нефти в самое время. Поэтому учтите. Но вот этот маневр в четверг очень показательный дисбаланс со стороны продавцов, причем это уже второй раз. С 68-й уже байеров практически не было, ну и здесь пошли сразу набрасывать шорты в первые же дни. Это очень частенько как раз и индикатор возможного движения на контракт, ну, на месяц, по крайней мере. Значит, это была нефть.
Ну, вот так выглядит последние два дня вот нового контракта. Как видите, что вот прошу заметить, четверг. Здесь без устали постоянно были продавцы, буквально вот под закрытие уже там как-то откорректировались байеры. И обороты, вот именно торги, 64-я, вот по объему, потом идет наша 62-я, и чем дешевле цена, тем больше были объемы. Вот этот момент иногда как раз на эту площадку могут опереться, да, и, ну, вот этот хвост мы не учитываем, там совсем мало было объемов торгов, но вот чем ниже цена, тем больше были торги. И пятница, вот 19 число, открылась Европа, сразу начали покупать. Открылась Америка, тоже начали покупать, ну, не так, конечно, динамично, как в четверг, но в целом и Европа, и Америка покупали. Поэтому я вот вначале озвучил возможный сценарий, что это просто как бы отсечка, сброс стопорей, ну, хоть не сильно верится, конечно, в брос, но Европа, Америка вот откупались, причем обе сессии. Так, это было CL. Дальше у нас евро. Так, по еврику у нас получается, сейчас мы включим новый контракт. Вот такая ликвидность сейчас на июньском. Сейчас мы подгрузим чистые объемы. Вот, полноценно целая неделя проторговалась. На этой неделе, напомню, была ФОМКа. Это вот непосредственно сам волатильный процесс. То есть неделя не динамична, я называю это волатильный флэт. Значит, разброс по сетке. Вы видите, что больше, наверное, 70% коридора агрессоры на шорт. Их очень хорошо видно, эти все блоки, массивы продаж. И мы были уже на минимуме недели сегодня. Ну и ценник, по сути, висит у самого-самого минимума. И, соответственно, вот точно стоит выделить 19.66 по 19.86 как сопротивление, потенциально ориентированный уровень. Следующий момент. Вот открытый интерес. То есть набирали позиции до среды 630-630 без изменений. То есть сколько зашли, столько вышли. То есть, соответственно, пик был в среду. Так, и по дельте теперь смотрите, у нас получается два дня идут покупки. То есть здесь набирают шорты, и здесь уже начинают сбрасывать, и, соответственно, у нас есть дельта на бай. Вот, байеры примерно, ну, отыграли половину в пятницу. Тут массив на покупку сформировался. Ну, возьмем в качестве возможного уровня поддержки 192, 193, ну и 2. В качестве, то есть можно заметить, что и вторник здесь были активные байеры, была и в среду активность, четверг здесь остановился, больше не падали, и пятница здесь снова подгрузили небольшие объемы. То есть шансы есть, конечно, что они толкнут цену выше, но вот последний блокпост вот 1.19, 1.19.08. Могут еще здесь потестить, пойти. Если же даже за 194 не смогут вытолкнуть. А здесь как раз идет первый уровень сопротивления, вот так вот близко. Вот 4 дня здесь, даже вот один массив только 15 числа, чего стоит. И потом уже весь этот диапазон, практически как плита, они не пускали выше. Раз, два, три, четыре, пять сессий, даже с учетом того, что дельта здесь на покупку. Open close по сессии на продажу, а дельта на buy. Ну, это явно, скорее всего, по сбросам были моменты. В общем, смотрите на удержание в качестве поддержки, если вы нацелены покупать. И самый мощный вот по сопротивлению уровень, это вот 19.86, 19.66. Это был у нас евро. Дальше мы посмотрим сейчас BTC. Наверное, впервые мы обычно его в конце рассматриваем, но так как спрос на данный инструмент очень высокий, многие интересуются, и я давненько, когда интересовался криптовалютой, где-то год назад просто смотрел, сколько этих валют уже появилось. Было там около 1400 с копейками. Сегодня посмотрел
на инвестинг, да, сайте 4600 с копейками криптовалют. Название там просто целый музей самых неудобных названий для валюты. Бирж тоже очень много бирж появилось, и как-то слишком много. То есть я в целом ориентируюсь на CME-шный BTC, проверил по основным BTC USD, которые с разных бирж, они в целом один в один идут по корреляции. Не осталось котировочки. Не. Со всеми, со всех бирж практически идет в один в один котировка. И внутри дня, и на фоне недели, поэтому можно смело смотреть объемы на CME-шном биткоине, ну а спекулировать на. Так, BTC, было 10 тысяч оборот 15 числа, такой же самый ликвидос был 4-го, вот эта торговая сессия, десяточка, и здесь десяточку набросали, значит 8,9, почти 9 тонн, вот эта сессия, и пятница остается в коридоре четверга, то есть после вот этого интересного роста, практически, ну, не на ажиотажном объеме, но в целом, как бы, давайте посмотрим по открытому интересу. Значит, у нас набирали позиции более-менее еще до 14-го там, и 15-го начали фиксироваться. Это вот вся фиксация. Тут без изменений, то есть пока не прибавилось больше, как бы, участников, сделок. Вот, то есть здесь уже не фиксируется, но как бы сколько есть открытый интерес, больше не появляется новых сделок. Давайте посмотрим дельту. Значит, там, где была фиксация, естественно и ожидаемо, что будет там, где фиксировали сессии на шорт идти, так оно и было. Вот здесь мы посмотрим сейчас без открытого интереса все 4 дня, 15, 16, 17, 18. Причем удивительно, что у сессии торговый рост, open close, а дельта суммарно 123 контракта на продажу. Ну, самый быстрый фикс был вот здесь. Вот здесь тоже хорошенько вышли после такого роста. И сразу же начали вот здесь дельта на бай. Вот фактически сколько было в четверг, столько такая же, только реверсивная активность. Давайте вам покажу, как там все происходит вот в эту пятницу. Плюс, если вам интересно и вы торгуете биткоин, рекомендую сейчас, не сейчас, когда у вас будет время, зайти на инвестинг, раздел криптовалют, включить все криптовалюты и отсортировать их в таблицу по доходности, процентном соотношении, и посмотреть, сколько в пятницу были на снижение с открытия, и сколько из всех 4000 криптовалют были в зеленой зоне. Чтобы вам еще интереснее было найти эту таблицу на инвестинг, вы где-то, ну, может быть, 30 позиций криптовалют увидите ниже цены открытия. Все остальное в зеленой зоне. То есть 95% криптовалют в пятницу были в плюсовой зоне. Соответственно, могут отсюда рвануть выше, поэтому обратите внимание, сколько цен. Здесь стоит фильтр выше 20 контрактов дельта, и непосредственно вот этот диапазон полностью весь за байерами абсолютно, и практически везде 35 контрактов перевес, 30 33 39 50 31 35 почти 30. Вот, то есть были желающие покупать даже на самом хай, на по 60 тонн, то есть 60 тысяч долларов один фьючерс контракт на BTC, и там только перевес. Но по объемам, если посмотреть, обороты все увеличиваются потихонечку, хоть он и дороже. Ну, я думал, будет уже по 60, ликвидности меньше, так как стоимость высокая. Нетушки, тут явно банки уже принимают участие в торгах. И уже давно. Так, есть здесь диапазоны, видите, по 5 контрактов, по 20, но вот последние 2 дня прям очень большое внимание. Вот эти более светлые участки, это самые проторгованные диапазоны. 180 контрактов, 200, 222, почти до 300 контрактов по одной цене только оборот идет. И, собственно, дельта процент. Смотрите, 80% перевес за байерами, 37, 26. То есть, ну, мощно.
Это был BTC. Значит, здесь по поддержке open-close не сильно активный, но в целом, если ниже даже диапазона пятницы не будут пускать, это 58, 58, 250, то байеры могут в целом опять активироваться в этом коридоре, и там, гляди, за 60 можем рвануть. То есть это их как раз территория, тут они проявляли активность. Но если биток нырнет за вот этот уровень, то есть вот здесь начнут опять активно накидывать продавцы, значит, тут 226 уже суммарно за период этот, который мы рассматриваем. Здесь, видите, активно вели себя в четверг, и, собственно, если они все-таки дотащат цену сюда, повторно их общая позиция, как бы, ну, средняя позиция, как раз будет уже задействована и приносить какую-то прибыль, и там могут даже немножко толкнуть ниже. Поэтому, если вы нацелены покупать или спекулировать на покупку, то желательно, чтобы биткоин не снизился ниже вот этого коридора. Ну, это на ближайшие несколько дней. Так, это был биток. Теперь наша очередь. Рубль. Так, первые деньги нового контракта июньского. Поздравляю всех спекулянтов валютных. Вот такая у нас активность эти три дня, 17, 18, 19. Значит, по открытому интересу до сих пор еще идет набор позиций. По объему у нас 3,7 миллиона, 3,2, 2,6. Давайте по склейке вы посмотрите, сравните с прошлым контрактом, какая была активность. Это за с 11 января котировочка. Ну, для сравнения, буквально вот начало марта было и по 5 миллионов оборот, и 5,300. Это вот на фоне прошлого контракта, как выглядит по степени, ну вот общая ликвидность по торговым сессиям. Топчик был в среду, соответственно, под фомку 3,9 миллиона. То есть ликвидность сейчас идет не повышенная, не топовая, то есть в районе более рабочей, как бы средней. Но за 3 дня, ну или даже за 4, 3 вот ударных дня и один сейчас пидстоповый. После такого хорошего роста в один денек, особенно пятница, не грех как бы немножко во флете остаться. А не только на рубле, на еврике такая же активность частенько наблюдается. Итого, получается, у нас объема не так много задействовано, то есть обычный рабочий объем. И пока пришли к 75-й, а здесь уже неоднократно, ну, в прошлом контракте две недели сражались за уровень, не выпустили выше, потом было за 76-ю, 77-ю, 76-ю, вот здесь массивность. Даже большие даже дисбалансы, вот 75-550, 75-900, так и остается за сопротивлением. Учтите это, пускай будет на заметку. Ну и по поддержке, вот после такого старта у нас получается, ну, 74500, 74150, вот смело можно в качестве возможного уровня поддержки взять, но это с прошлого контракта. Ну, то есть комбинируются уровни прошлого и текущего контракта. Но мы сейчас посмотрим этот диапазон, проверим еще на чисто текущем контракте. Так, и хотел еще показать дельту. Значит, смотрите, 47 тонн, 160, 120 и 125. То есть 124 тысячи контрактов дисбаланс, и в пятницу почти 124, чуть больше, на обратку. Судя по всему, вот дисбаланс, который здесь был заложен на рост, уже здесь зафиксировали. Очень похоже на то. То есть, ну, взаимовычитаем. Это и также объясняет, почему такой небольшой объем. То есть для продавливания цены нужно, будет обычно с каждым уровнем больше продавцов, соответственно, нужно больше создать для баланса ликвидности встречной, перекрыть ее и еще сверху добавить. Соответственно, с каждым днем должна ликвидность расти. Она как бы не особо росла, поэтому еще посмотрим сейчас спот, там точно будет понятно. Давайте без клейки посмотрим в чистую. Сейчас по свежей сеточке пройдемся. Значит, два. Это вот видите, без клейки уже совсем немножко другая картина. 160 в среду, вторник, понедельник уже не было никаких покупок, а со склейкой были, потому что там фиксировались. Ну и 125, а здесь 120 уже. Так, и здесь у нас получается диапазон самый мощный вот по проторговке. Как раз пришлось на пятницу 3,5 и 3,7 у нас на четверг. Процентный перевес 6% дисбаланса на байерах, 3, уже в два раза меньше, чем в среду, и уже 3,6 на, ну, здесь с фиксацией как бы связана активность. Еще пока возвращаются на рынок участники, и давайте посмотрим по дельте.
Значит, смотрите, по текущему контракту, именно, ну, свежему, июньскому. Вот и ядро, если вы увидите, вот находится сейчас ядро контракта на цене 74 900, но я бы для тех, кто настроен все-таки работать на север, на покупку 74 450, 74 600 взять в качестве уровня поддержки. Я думаю, это очевидно уже по этим фильтрам. Итогово 73 60 36. Не исключено, что еще не все разместили позиции, крупные участники, и понедельник, вторник начнут дозагружать, поэтому может немножко сетка откорректироваться, в плане могут, допустим, подешевле затариться еще. Вот, соответственно, берите на заметку. И цена так и осталась у ядра пятницы, здесь все на шортах, соответственно, если цену не выпустят за этот коридор, то есть будут в основном атаковать и не выпустят за этот диапазон, соответственно, у солеров есть контроль, они вполне могут пробить дальше на продажу. Ну, если плюс еще Центробанк вмешается, напомню, кто пропустил, в пятницу повысили процентную ставку Центробанк Российской Федерации на 25 сотых. Не понизил, не оставил на уровне, а именно повысил. То есть заемные средства теперь чуть-чуть дороже становятся. Это не есть хорошо для фондового рынка. Обычно участники рынка реагируют фиксацией позиций по акциям. То же самое, в принципе, может пойти и за ними индекс XRTS. Но тут как бы немножко другая экономика, привязана к нефти. Поэтому если нефть так и останется выше 60-й, в целом как бы для фондового рынка будет еще позитивная история. Но напомню, что нефтянка у нас очень просто напрашивается на коррекцию за счет того, что зима закончилась. Вот. И двигаемся дальше. Спот. Давайте сначала посмотрим обороты, какие были. Итак, 5,2, 4,4. Ну, здесь явно заметно лидеры по торгам. Это вот вторая половина недели. Если сравнить с активностью, которая была с 18 января, то три подряд торговых дня – это достаточно ключевые моменты. Вот, с хорошим оборотом, это у нас на самом хай, получается, есть три дня, и потом у нас пошла активность. Там, где по два дня, тоже неплохо, как бы, особенно если они устраивают такую немножко рокировочку. Одна вроде сессия на покупку, потом сразу на продажу. Вот эта двоечка такая же была. И здесь точно такую рокировочку сделали. Ударная сессия на бай, потом тормозим и идем на снижение. Что здесь, итогово пошли на шорт, что здесь. Ну, дело в модели моделями, а здесь нужно еще учесть дельту. Итак, относительно этого периода у нас как раз WP 74.40. И обратите внимание, как усыпаны просто дисбалансы по сессиям четверга и среды. Опять же, подчеркиваю, вот этот очень проторгованный коридорчик. Здесь у нас получается дельта суммарно за весь период 74.20, 73.80, но это с вот этими дельтами. Если посмотреть чисто на неделю, то есть вот эту, которая была последнюю активную, то у нас получается вот топ получается 73.8, и еще был Майер на 73.15. И вообще весь этот коридор за ними, за байерами. И еще плюс ядро вот тут. В общем, селлеры вот были здесь, но ценник на максимум недели практически. Вот у нас получается единственный, на кого осталась надежда, так это 74.25. Сейчас посмотрим, что там произошло. Значит, смотрите, вторник 178 на шортах и 219 у нас в пятницу продавцы, как вы видите. Продавцы работали на минимуме пятницы, поэтому вполне могут осмелиться и все-таки толкнуть ниже 73,7. Там посмотрим, продавит или нет 73,5. Ну, растут тяжело, как бы в пятницу сильно не осмелилась толкнуть далеко цену. И пока посередке остались на закрытии фактически. Цену, если продавят селлеры на свой коридор, это уже как бы плюс к возможному сценарию на шорт. Если даже за уровень пятницы вытолкнут, самое главное, чтобы на ложное пробитие не нарваться. Так, значит, забыл показать. 155К против 125. То есть 30К перевес. Суммарно здесь набежал уже 80 тысяч. 90 против 70 тонн.
тоже почти тридцаточка набежала. Ну, не тридцаточка, но близко к этому. Так, тут немножко перевес, тут тоже совсем. 400 против 336, но это уже у селлеров 200-150, 70-43. Ну, у селлера здесь действительно победа по количеству очень, и по количеству тиков, и по ликвидности. То есть, ну, перед этим были два дня таких неплохих и по объему, и по дельте на бай. Вот, вышли или же все-таки сопротивляются, это уже будет понятно. Вот, если вытолкнул за 73.8 и ниже, тогда можно будет уже действовать и на шорт. Так, это был рубль. Дальше у нас золото. Значит, по золоту, смотрите, вот такая картина. Неделька была очень лайтовая, буквально вот среда за счет ИФОМки, вот этих перетрубаций, ажиотажа, 212-237 тонн. Достаточно интересная ситуация. Понедельник, вторник, среда пытались толкнуть до 17.52. За четверг это все дело выбросили, все, кто лишний. И пятница остается прямо посередке недели, посередке четверга. Вот, и давайте посмотрим поближе, что там у нас по открытому интересу. Значит, по открытому интересу у нас новый контракт. Совсем забыл сказать, уже стоит смотреть на июнь 21. И на новом контракте здесь объем еще не особо крупный. Вот такая была активность, то есть вторник, среда еще были байеры, особенно в среду. И 2 тонны, сильный дисбаланс в пятницу. Хотя открытие-закрытие, ну, open-close, КПД даже неплохое на покупку. Давайте проверим, что там по... Ну, явно еще не все участники рынка зашли на золото и на новый контракт. Поэтому осторожнее. Первую половину недели точно не спешите с открытием позиций. Потому что здесь как бы все, что байеры здесь набрали, они, по сути, вот в пятницу прилично. То есть, если в целом, если будет нефть все-таки уходить ниже 60, за ней может и золото пойти. Потому что себестоимость добычи золота становится дешевле за счет подешевевшей нефти. Вот, праздники ближайшие, которые могут там сильно увеличить спрос под на золото, тоже не близко. Вот, коридор там 10700 контрактов, сессия. Поддерживали как могли, как вы видите, даже вот здесь 3 сессии очень быстро вернули обратно. И вот как раз этот момент я отметил, вот здесь уровни эти все на поддержку возможно. Давайте я сейчас более аккуратненько сделаем. Значит, 17.25 по 17, ну, вместе с 30, это в общем за, то есть в ядре получается у нас как раз. Потом самый нижний блокпост, это вот ниже уже не стоит покупать, это вот эти ребята, которые там достаточно продолжительное время спасают, 17.01, 17.05, и здесь уже набралась такая группа. И 17.17 по 17.19. Прям вот такие исторические фактически даты. Цены, вернее. Вот. Вот такие диапазоны по поддержке вам пригодятся. Но на следующей неделе хотя бы первые два так точно. По сопротивлению здесь 330 контрактов, 157. Напомню, что это не склейка, а чисто новый контракт. То есть это свежие уровни поддержки и сопротивления. Здесь склейка не включена. То есть это то, что уже зафиксировано на новом контракте, их активности по неделе, вот по итогу недели. Вот такой, вот такая сетка по дельте. То есть по объему у нас получается в аккурат идет здесь основная проторговка. 4 дня, да, даже 5 дней практически были здесь. Вторая по рейтингу, по приоритету, это вот эта активность. Здесь у нас полностью продавцы и в пятницу, и вчера были активные. Вот, ядро же, сейчас по дельте срез посмотрим. По байерам это вот этот диапазон, значит, номер один. Ну, все совпадает, соответственно. Дальше двигаемся. Это было золото. И напоследок у нас получается S&P. Вот он. Простите. Так, это склеечка. Давайте вы посмотрите сейчас по оборотам, какие у нас идут в сравнении с прошлым контрактом. Значит, такие прям резкие вспышки, как вы видите, были в основном волатильные периоды, когда на S&P идет сброс всех неверных.
Это было два раза. Здесь даже два раза сценарий отыграли. Причем, обратите внимание, вот эта отсечка, она увеличивается с каждым последующим битком. То есть им все равно, они могут и тысячу туда, тысячу обратно устроить, если это надо. Вот, то есть, соответственно, такая вот ситуация, уже не один контракт наблюдается. То есть они один-два раза за контракт вот такие вот процессы устраивают, и пока еще не начали затягивать пояса американцы, и там все печатаются и печатаются денежки, спасают экономику от коронавируса, потом еще чего-то, какого-то урагана, какой-то дождливой погоды, еще чего-нибудь. Ну, в общем, накачивают как бы кэшем. Возможно, просто доллару скоро придет конец, перейдут просто на биткоин. Тогда можно будет списать все на смену валюты. Итак, эта неделя, начало нового контракта, видите, не особо агрессивно было. То есть на самом потолке почти 4000 мы уже увидим. Боже ты мой, я видел своими глазами, когда S&P был 3.6 в 2008 году, когда падал. А сейчас 4000. Так, ну, давайте посмотрим по открывашке у нас тут. И по дельте. Значит, ну, пятница фиксация, это нормальное явление. Значит, по дельте у нас из 5 сессий 3 на шорт. Это сейчас мы еще в чистую посмотрим. И по дисбалансу не особо. Ну, в целом, по крайней мере, хотя бы за десяточку. Тут 10, 13 и 22. То есть немало, как бы. Здесь были побольше, но это не рейтинговая. Но шортов много в пятницу было. Так, теперь посмотрим под без склейки в чистом виде. Так, по оборотам. Топ на почти 2 миллиона. На четверг пришлось по открытому интересу. Все сессии прирост позиции, кроме немножко фиксации в пятницу. Ну и по дельте из 5, 3 на шорт. И все прям вот так вот и остались. Значит, смотрите, по ядру. Ядро практически все на шортах. Вот здесь коридор. Вот вы видите, прям пятно такое красное. Это из свежих. Его и берем в качестве сопротивления. Вот это 39.24, 39.36. Дальше очень агрессивно 39.00, 39.12 проторговали. Здесь прям плотно очень. То есть, ну, диапазон достаточно такой агрессивный. И вот это, скорее всего, фиксации были на самых лоях. Вот, будем смотреть, какую из этих уровней сопротивления будут защищать продавцы. Если же за понедельник возвращаются на 39.40, это сразу фиаско продавцам. И тут просто обратите внимание, сколько байеров было. Вот понедельник, вторник, то есть коридор плотненько поторговали. То есть покупателям надо дотянуться, по сути, до 39.40, чтобы остальные участники подтянулись дальше на покупку. В целом это может быть такая предстартовая отсечка, так как процентные ставки ни один банк не поменял, кроме Центробанка Российской Федерации. Все ставили на том же уровне, соответственно, сценарий продолжается, тот же самый. Вот. Но люди смотрят, люди анализируют, и 4000 в целом и росли так достаточно прилично. Но, как говорится, когда все хотят шортить, они, собственно, и будут покупать. Ну, вот те, кто с большим кэшем. Когда все начнут сбрасывать, я смотрел на Infinvisi, ну, статус за неделю, какие сделки на покупку, на продажу, ну, вот отчитываются крупные пакеты, когда сбрасывают. Сейчас вспомню, да, биотехнологии очень сильно покупали на прошлой неделе. Потом сбрасывали, вот именно шортов очень много было, софта, очень много софта сбросили. И очень много сбросили, дай бог памяти, финансовых разных компаний, вот все, что связано с финансами. Ну, не банки, но инвестинг, инвест-компании, там, вот софт, то, что я заметил, и инвест-компании. Вот так вот. Вот покупали в основном медицин, биотехнологии, разные вот эти разработки. Так, это был S&P. Вполне в порядке вещей будет, если они немножко пойдут на шорт под ажиотаж. И, соответственно, срез за неделю у нас получается вот такой вот по сетке. То есть поддержка, ну вот, да, забыл еще 39.16, 39.20. Здесь тоже есть отпечаток байеров, это потолок пятницы.
на удивление. Но им туда нужно в понедельник еще проложить путь. Вот, вот если за этот уровень зацепится, может быть, все-таки рвануть выше. Но три дня подряд шорт, как бы по агрессору и по открытым позициям, не есть хорошо. В принципе, нам, спекулянтам, же все равно. Рост или снижение. И под завершение небольшой такой уже такой более информация сейчас будет такая развлекательного характера для молодых трейдеров, для начинающих также будет полезно просто вот посмотреть, как во-первых, практически все биржевые площадки, то есть вы сейчас увидите видео снятое с пула, да, биржевой площадки, которая единственная осталась на планете, где трейдеры между собой как бы жестикулируют, общаются, то есть в одном помещении. Все остальные биржи ушли в электронку. И там буквально минутный ролик. Перед тем, как его запустить, хочу сразу расставить ярлыки, на что акцентировать внимание. Ну, вот этот человек в очках вас очень сильно удивит. И вот здесь будет стоять человечек. Обязательно обратите внимание вот над этим рядом. То есть это лондонская биржа металлов, London Metal Exchange. И так и сейчас вот там торги происходят. То есть последняя биржа, у которых есть реальный пул, где можно встретиться со своими встречными ордерами, грубо говоря. Вот. И больше вас не буду задерживать. Обязательно досмотрите этот ролик, не пожалеете. Такая атмосфера очень классная. 24 марта жду всех на открытый вебинар. Ну и курс стартует скоро совсем по новой стратегии. До свидания. Пока.